История поколений в рамках одного дошкольного учреждения. Сотни жителей микрорайона Заречный в эти осенние дни настроены на праздничную волну. Свое 30-летие отмечает детский сад номер 7. Тот самый садик, в котором нынешние мама и папа когда-то делали свои первые шаги на пути к социальной адаптации. А сейчас они с удовольствием приводят сюда своих маленьких сыновей и лапочек-дочек. Люди здесь уважают друг друга, знают друг друга, ценят, помогают, поддержку оказывают посильную. Дружественный народ, хороший микрорайон, располагающий к себе. Наше учреждение посещает 206 мальчиков и девочек. Все они такие разные, веселые, озорные, бойкие, тихие, но все они наши дети. Последние 10 лет приоритетным направлением в работе детского сада номер 7 остается экологическое воспитание дошкольников. Живой уголок, фитобар, собственная оранжерея, специальная экологическая тропа и ежегодное традиционное празднование Дня Земли. Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к окружающей среде помогают и регулярные прогулки с элементами трудового обучения. Трудовая деятельность в дошкольном возрасте очень-очень сильно влияет на развитие личности. Разумеется, в положительную сторону, поскольку формируются у ребенка такие качества, как ответственность, отзывчивость, стремление довести начатое дело до конца. Также формируются эстетические чувства и коммуникабельность детей. Доброе, разумное, вечное. Здесь сеют педагоги разного возраста и с разным опытом. И те, и другие успешно применяют как зарекомендовавшие себя методики, так и современные способы воспитания подрастающего поколения. А также признаются, годы идут, дети меняются. Безусловно, в лучшую сторону. Если вот лет 20-15 тому назад мы старались воспитывать детей, у детей послушание, то теперь мы стараемся вселить детям уверенность в себе, не бояться высказываться. Ну, считая, что вот я сама по натуре такой человек скромный, наверное, в себе я ничего не поменяла. Но подход к детям, воспитание у меня теперь совершенно другой. Я стараюсь учить их высказываться, иметь свое мнение, не бояться высказываться. Многолетний труд коллектива детского сада номер 7 не остается без наград, важнейшие из которых – память и уважение бывших и радостные улыбки нынешних воспитанников. Сегодня дошкольное учреждение продолжает принимать поздравления от ветеранов, представителей районной администрации, спонсоров и родителей. 30 лет – возраст расцвета, когда впереди еще много времени для развития творческого потенциала, новых открытий, свершений и побед. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Музырь».